Барбарис в наших краях довольно редко представляет интерес для садоводов, как сырьевая база. Для приготовления варений, напитков ценится прежде всего его декоративное качество. Барбарис – прекрасное растение для живой изгороди, и именно сейчас можно позаботиться о посадочном материале. Семена созрели. Посев семян производят обычно либо в грядке, либо в ящике, и обязательно делают это под зиму. Глубина заделки семян примерно 2 см, расстояние между семенами примерно 3 см. Расстояние между рядами посевов примерно 10 см. Но прежде, для того, чтобы всхожесть семян улучшить, их часто проквашивают. Для этого семена опускают в теплую воду примерно на 3 суток. И после этого мякоть снаружи у них очень хорошо сходит. Остаются только лишь семена. Их промывают через дуршлаг в воде. И после этого производят посев. Кстати, подзимний посев актуален не только для барбариса, а также для боярышника и кизильника, для лещины, для орехов серого и маньчжурского. Уже к следующей осени появляются крепкие всходы, а еще через год отличный посадочный материал для декоративных целей. Но и не только.